Погоди! Садон скачал какой-то. Шип на прото. Не на прото. Что там ты гайл пал делает? Это просто пиздец. При бурсте ни одного крита, я в ахуе просто. Что за бред? Ну, напуливайте только на меня. Зулмор, как у тебя 7000 ДПС? 5,9, блядь. Чё там, чё росли? Кто такой степняк? Где он? Ну, он 18. Ты не скажи. Степняк. А в Леме он что? Пиздец. У него молния набита, сейчас погоди. Не, в РСке больше. Нет, у меня шестерка была, у меня там шмута не было. Пиздец. Может, неопытный. Ок, а чё, я опытный, я Лемом первый раз играл. Ну вот, вчера ходил второй раз вообще. Он вообще в первый вообще, раз играл. Я до этого не играл Лемом. Это солчата, что ли? А, ну это уже твой разговор. Таких не нахуй вы, все. Дальше не будет. А ты его спросил, почему в РК не заходит? Ну, значит, все, тогда это понятно. Кика этого пидора та, если не заходит. Вопросов нет. Я надеюсь, ты не будешь бомжам отдавать волю, которая там, блядь, 3к ДПС, нахуй. Да, ты мне это дал, блядь, через ДПС. Я не знаю, мне ничего не надо. Сколько ты дал? Дайте ману отпиться, подождите. Ну чё, пулим потом. А, стоп, манот. Один, давай я справа, ты слева. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Я освобождаю тебя от проклятия
Спасибо за диспел проклятий скиллов. Не могу ничего кастовать. Даже 9 секунд. Ну что бы сюда класть не успеем. Почему? Что проклятие кто-то не дисплей? Блядь, дисплей ты проклятие, суки. Ну, не только как перепец. Привет, бисвы. Привет, бисвы. Я на ШП ролю Робстера не описал орка. Смиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его догнать. Да, по 11 тысяч дыр. Бомжу хэмпон, блядь. А! Там шипы еще спекнулся, я тебя передамажу. Я хантом пиздец уже 2 года не играл, блядь. А вспоминать все нахуй. Я после сурка в кану там минут 5. Меня похавать на не очень. На корабле. Сегодня вообще. А что, тоже можно покушать тоже? Сука, минут 5. У меня весь хавчик за компом стоит. Почему вы так не делаете? Не, в смысле, я принесу сюда, просто как есть-то. И я намажу.
кровь и гроб. Воспряньте! Крикните на 4 минуты на хп, Вара. По корабле я одной рукой побил, второй покурю, если что. Он обновляется от этого, от прицельного выстрела, блядь. Укус. От химеры он обновляется. Ну или от химеры, хуй знает, короче. Ротик, закрой нахуй там свой. Это ты про смарт-кью говоришь? Про флэмбо. Ага, флэмбо. Я их обоих, короче, просто поставился игнорировать звук и все. Да он ничего не пиздит. За всеми наблюдаешь, да? Прикидывай. Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Я ебу. А вот впереди я, да. О, пацаны, да пока. Там было, наруч тоже улетел. Стоп, не открывай. Дай репати сейчас. Смоните, пожалуйста. Ой, да суманти Баланару. Тыгоди. Тыгоди. Коркран, выдвигайтесь. Стой, открывай, я сказал. Все. Баланару, че есть? Да. Они только хантуют уже. Заебал. Баб. Ща я в ШП спекнусь. 11. Ща посмотрим. Игру хантом, блядь, 500 лет не играл уже. Дайте каску помогам. Бля, хобу воля упала. Он был бы в безопасности. Я престом надамажу. Не знаю сколько, но сколько додам. Обещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание.
Жалкий старик. Полезуйте, пожалуйста. Где вы? В центре будете его держать? Нет. Куда мне встать-то теперь? На крыльце, что ли, будете? Да. Говорю уже 11. Воля. А я 12.5 дал. Нормально. Давай, 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 давай. Сука, да, блядь. Ёбан в рот. Так, фламба. Фламба. Есть у него героска? Пиздец. Фламба выиграл, блин, Копарты. Так Фламбу зачем оно? Он же ж кот. А, он в коте, блин, точно. Не, так он и есть кот. Бля, 9-й по дамагу я. Войд меня аж на 100 ДПС обошел. И на 2 косаря урона. А, простите, на 20. Про кого? Мне бы объектик. Ох, блин. Да. Мне Этона тогда уступила, она по перу была выше, но она сказала, что не будет забирать. Открыл. Спасибо. На синдру погнали. Сейчас подождите, приду. А там, блядь, токены какие там были, я вообще проебался. Покоритель один был. Вот. Погоди, МГА, сколько же со 6 года я рульну. Халтурщики, маги. МГА, дай мне токен. Ну, красавцы.
Точечно. Сначала одну. Мазды спавил. Благодарю. Диспелю по КД с ним. Сколько трэш еще? Добейте, добейте, добейте. Все добили. Даже никто не упал. Ну, потому что хилки диспелили. Присты молодцы. Насело. Спылите массово по этим, по трешу. Сияющий ауэр, это чей баф? Сияющий ауэр, это у них этот самый, как его. Это от Валькиры, которая умерла. То есть если их отвести от Валькиры, то баф исчезнет? Нет, или если их между собой сейчас развести, то эта штука исчезает. А это Валькиры тоже. Пять миллионов на трэше, ни хрена себе. Можно сдать. НП жива. Чё, куда? Я бы сейчас бурстанул своим котом, косарей 70, и сдох бы сразу, как всегда. Это мне кого-то на... Войт, ты тут? А будет проблематично заменить меня. А замени меня, пожалуйста. Срочно ФК. Если что надо, короче, там Фридрик это. Появлюсь только через 40 минут, там, если вредит, там что-то. Ага. Взорвался, что ли? Кого-то уйдет туда, ты слишком близко к ногам. Тебя так бьет. Ты чуть не умерла. Поешка. Давай, говори, вторую мне. По письму. Больше всех на хили. Надо было не отдавать. Вторые ноги забросили. Как нахрена ты мне ее дал за письмо задать его?
можно вообще так сделать, что если рейд косячит, то в буе идет анролом РЛ. А если рейд не косячит, тогда рулит буе. Ну, я же не про то, что на трэше какой-то хант отошел. Я отошел, чё? Это я к примеру сказал. Я сижу хаваю, блядь. Пожалуйста, приятно. Спасибо. Я имел в виду вообще. Потому что вчера резко такая шоу была. Так я прям помню, уже начал, под конец уже начал не то тыкать, что надо. Что-то я вчера от Дессера вообще не ожидал такого. У меня три раза три звездок. Когда он уложил диспелли в рейде себя, не добежал до конца с диспелли. По тьме. Ленточка лежит. Ха-ха, 6 выкинул. Здесь. Там это. Нет. Верно, слышишь? Что было, сходим десятку обычку. У тебя есть персы то без КД? Три перса еще без КД. 10 лет на фармить, то 10. Значит, он надо. Ну, ночью можно сходить. Так я про это и говорю. Но я максимум часов до двух буду. Уже на завтра на работу стою. Блин, маны нету. Что же вы делаете со мной? Нет, слева не активировали, там где вонючка была. Ай-яй-яй-яй-яй. Что, меня хотели убить, что ли? Саня, мне сейчас захиль меня, я сейчас стою. Да. Давай, встал. Обычка. Обычка. Дайте сразу фулл бафы. Он прикалывает там. Каску хантам. Фармер кресты еще давай. Хантам. И интеллект.
маги. Сейчас. Ну вот БДК тупит. Протопал почему ждет и стоит, смотрит. Паладин, ты большого забрать будешь или ты так повыжим шлюху будешь? Повыжим тоже. Блин, минус 2 уже. Вижу. Слейте маны Рокстеру, а? Нет, не зальете, понятно. Сейчас. Понятно, все, Холи Приз сбил все на хасту как аршам и бурстит в КПС. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Ой, ты кому отдал, блин? Плащ. Плащ МГ-42. Плащ может паладину уступить и ТК и ВУЛА. Дать им по 5 магам. Локи, поставьте шкаф. Магам, дайте им по 5. А, так ничего. Фромер.
промер же вроде взял уже. Промер, дай МП5 магам. Там 150 формер есть, а не промер. Промера нету в списке вообще. Крестом. Где полоку, дайте карту, МП3, блядь. Крестов вообще, походу, не на ком нет. Дурка выркайся. Как будто тебе это надо, блядь. А уже со следующего рейда будет и все, чё. Так-то я пошел сюда, когда ты сказал, что это осколки не идут, так бы я зашел за другого персонажа. А один бы пошел сам. Ну. И по хантам, блядь. Так кресты бафы, бля. Так по всем. Ни у кого вообще нет, он вообще ничего не баф. Понятно, он давал каски, касок нету теперь. Теперь есть кресты. Санзел не покаж. Так спрашивали еще даже до ребра перед трэшем.
Ну я сказал, что меня просто даже в группу, то есть что не приняли, поэтому мог список посмотреть. Да не надо уже сбегаться. Принесли мне какие тут метку. Есть пояс. Заебись. Ты всегда был моим любимчиком. Да. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже... Да я сейчас не буду менять здесь, потому что с камнями у меня стоит. Что с гнилой морда обидно. Один человек побыстрее, да? Забегайте. Активируйте квест. Бежал толпа, блин. А что, с гниломорда объект не падал, да? У меня вообще на кастера ни хрена не падает. Дайте, Анич. Да, я ебу с этих, блядь, бафферов сраных. Блин, два босса уже без каски и без интегрии. Здорово, колени шутишь. Ты там с кем? Перфект. Бурка. Ага. Май.
Сейчас пожару. В смысле? Слава никому не сказал, но он делает квест. Минус 4, блин, минус 5. АМД это кто? Этот Smart Kill. Ебай под этого, что я не бил слизня, да? Да он вообще любит на профи. То он на профи в красного доубит в десятке. Thank you.
Здесь отходил. Лестница, пожалуйста. Фармер МП5 Ханту. Пожалуйста. Фармер МП5 не слышишь? Слышно. Фармер. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерот. Чё, надо стопать на этот раз? Блин, присты могли уже задуться всего до дому. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать.
как вишенка. Ой, извините. Найс, герой. Дал диван. Естественно. Еще один постоянный. А, не, еще два.